счастье. Каждому по приветику из прекрасного Петербурга. А куда мы с вами приехали сегодня? Класс. Подъезды с арками. Лифт есть. Старый дом с лифтом. Не удержалась, зашла. Вот всего сколько ящиков почтовых. 27 квартир. Так, сейчас видим. Высокие потолки. И теперь выходим во двор. Во двор. Вообще-то тут кнопочка. Раз, и выходим. По домофону. Добрый день, друзья! Каждому по приветику из прекрасного Петербурга. Ой, куда мы с вами приехали? А мы приехали с вами в Московский район. Здесь недалеко, в пешей доступности, метро Московское. Адрес — Авиационная улица, вот этот дом, где мы с вами были. Ой, кстати, давайте можем во дворе зайти. Авиационная улица, дом 13. А напротив пятиэтажечка во дворе. Классно. Как мне нравятся эти районы. Смотрите, напротив пятиэтажечка еще. Это рыженький дом. Вот, в этом доме мы были с вами. Где высокие потолки, арочка. Ой, классно, ребят, в Московском районе мы с вами. Население примерно 340 тысяч человек. Находится на юго-западе Санкт-Петербурга. Ветер. У нас, кстати, сегодня... Слушайте, пошел снег. Только что не было снега и ветер. Ну, придется... с вами, ребят, гулять под музычку, молча. Ветер все равно сейчас. Вы не будете слышать меня. Адрес — Авиационная улица, дом 15. Дом красивый. Ребят, я светофора не вижу. Просто пешеходный переход. Сейчас мы с вами пройдем. Значит, здесь у нас в Московском районе несколько станций метро. И все они принадлежат синей ветке. Смотрите, как со стороны прикольно, классно, ребят. Обязательно зайдем, посмотрим, сколько в этих домах стоит арендовать квартиру и снимать квартиру. Ну, думаю, что не дешево, конечно, не дешево. Погуляем, ребят. Хорошего дня, хорошего настроения. У нас минус 2, к вечеру 0, завтра вроде бы плюс 2. Фрукты и овощи продают у нас. Так, по пешеходному переходим. Утром солнышко было. Где-то до обеда, часов до 2. Там потихоньку раз, а теперь еще и снег пошел. Надо же так неожиданно. А мы такие утром просыпаемся. Солнце в окно. Красота. И потом потихоньку раз, тучки набежали. И пока мы с вами выбрались, у нас уже и снег пошел. Хотя завтра плюс 2, потом 0-0-0. Что это такая погода? Все, ребят, Московский район, пойдем погуляем. Сейчас поймете, где мы с вами. Подошли мы с вами ближе. Вот вход
и выход станция метро. Здесь с одной стороны, с другой станция метро Московская. Деревья, видите, как на зиму спрятали. Это каждый год так делают. Коричневые чехлы нарядили. И совершенно другие здания, да? Шумно, ребят. Запах метро, ребят. Московское. А мы перейдем на другую сторону дороги. Ой, как давно в метро мы с вами тоже не спускались, да? Запах уже здесь метро. Нам никуда нет, ребят. Мы перейдем дорогу, чтобы посмотреть. Ну, можно посмотреть, что здесь. Хочу показать вам, какие дома, какие дворы. Магазинчики. Сувениры. Пойдем с вами дальше. Сейчас выйдем, и вы поймете, где мы вышли. Хорошего дня, ребят, хорошего настроения. Мы вышли к площади Ленина. Приезжайте сюда летом, весной, летом, тогда включают уже фонтаны. Новостройки, видите, чуть дальше? Мы с вами гуляли в этом ЖК. За домами постарше стоит новострой. Прямо возле метро Московская. Видимо, приехала экскурсия. Приезжие туристы. Туристы. Ой. Рада, что приехали, выражают свои эмоции. Наконец-то мы доехали, говорят. Вон там деревья стоят. А вот хорошо видно, видите, эти новостройки. Мы там были, в этом ЖК с вами, ребят, в прошлом году.
двор открыт. Пойдем посмотрим во двор. Здесь несколько дворов в одном. А нам интересно, а почему же мы не можем зайти в Московский 208? Здесь внутри. Интересно, раз, два, три, четыре, пятиэтажка, ну как высокая. Так, машинки припаркованы. Спасибо, ребят, за комментарии. Спасибо за лайки. Не забудьте поставить лайк. Да, здесь, конечно, спальный на район, но архитектура домов отличается. Сейчас скажу адрес. Спальные районы, которые постарше, другие, чем те районы, которые помладше, на севере, например. Вот, собачка гуляет. Московский 208, корпус 1. Здесь двор. Гаражики прямо во дворе. Ребят, гаражики прямо во дворе. Смотрите. Они такие аккуратненькие все стоят тут. Разместились друг за дружкой. Иду по кругу. А, вижу арку. Думаю, где же я выйду? Где же я выйду? Там вот две арочки. Ой, тишина, тишина здесь. Только что мы были на шумной улице. Здесь тишина, детская площадка. Пишите, ребят, как вам живется в Московском районе? Кто живет? На какой станции метро лучше поселиться? Детскую площадку видим. Дома рядом. Молодежно-подростковый центр «Московский клуб «Надежда». Вокальная студия, режим работы, консультация в целях. Там какие-то еще объявления. Вот даже видно административные комнаты. Сейчас выйдем с вами. Погуляли по дворам. Обязательно посмотрим, сколько в этом районе стоят квартиры. Вы мне многие писали, ребят, про Московский район. Блин, они могли бы вы зайти, погулять. Вот на метро Московское. Вот немножко погуляли. Погода что-то сегодня оказалась нелетной. Ой, какие, посмотрите, балкончики. С такими завитушками. Ярочка, сейчас выйдем. Не забудьте поставить лайк, ребят. Чем больше лайков, тем больше зрителей. Какой интересный двор. Тишина. Все, ребят, выходим через арочку. И поехали с вами дальше. Видите, какая арка огромная. Здесь машины заезжают. И люди выходят. С этой стороны здание совершенно другое. Такое интересное тоже. Ребят, поехали дальше. Заходите на канал. Обязательно зайдите на Яндекс.Дзен канал, подпишитесь, чтобы мы не потерялись. Там тоже выходят видео, новости, фотографии я там публикую. Разные интересные моменты, какие-то афиши. Если узнаю, что когда. Поэтому на Яндекс.Дзен обязательно зайдите, подпишитесь. Все, пойдем посмотрим, сколько стоят квартиры.
Хорошего дня, ребят, хорошего настроения.